Госпожа моя... Ты принес мне кафтан? Конечно, принес. Вот он. Смотрите, красота какая. Госпоже, подстать. Оставь, оставь. Положи его. Не нравится, значит? Да нет, нравится мне. Оставь на тахте. Если я больше не нужен? Нет, постой. Ту змею, что ты на днях изловил, в ларец положи и мне принеси. Как так, госпожа? Нельзя змею во дворце держать. А вдруг в гарем попадет, бед натворит? Уберете там, девушек отведете в верхний покой. Ясно? Идите. Ну-ка, 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 ну-ка. В сундуке что? Не знаю. Как это ты не знаешь? Тебе его кто доверил? Хюрем Султан. Вот как. Ну, иди. Принцесса Изабелла, из дворца ларец для вас. Султан Сулейман его прислал? Поставьте на тахту. Вы свободны. Голубку нам тут прислали. Смотрите, что я у нее с лапки сняла. Они все знают, Кармина. Это падре помог, все им рассказал. Я больше не мертвая принцесса. И сеньор Гритти сообщил обо всем Фридриху.
Голубка. Где та голубка? Я сейчас же ее в клетку посажу и спрячу получше.